Кубанская молодежь – это активные, творческие, спортивные и жизнерадостные ребята. Они любят ходить в походы, заниматься экстремальными видами спорта. Но все это, конечно, требует профессиональной подготовки и специальных знаний. Об этом говорилось на семинаре-совещании, куда были приглашены сотрудники сферы молодежной политики из 5 муниципалитетов Кубани, в том числе и из нашего района. В управлении по делам молодежи Славянского района ведущие краевые специалисты рассказали о том, как нужно подходить к организации мероприятий по экстремальным и водным видам спорта, однодневным и многодневным походам. Для того, чтобы организовать многодневный поход, что нужно? Если поход выходного дня у нас может провести человек, у которого есть хотя бы понимание, на какую местность он идет, у него есть ответственность, он приказан назначен и отвечает за жизнь и здоровье тех людей, то поход многодневный от 3 до 5 дней должен вести человек не только, который имеет корочку, а тот, у которого есть колоссальный опыт. На семинаре-совещании обсудили проблемы в сфере молодежной политики и пути их решения в муниципальных образованиях и сельских поселениях Краснодарского края при проведении серьезных мероприятий. Рекомендации были очень нужные и полезные. В конце концов, они основывались на большом опыте и продиктованы заботой о ребятах. Мы проанализируем работу, которая была проведена в предыдущие годы, наметим планы на будущее, на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию 2021 года. Ну и обменяемся опытом, чего-то нового, естественно, в своей работе нужно, необходимо подчеркнуть от наших краевых специалистов. Поэтому здесь встречаются 5 районов: Темрюк, Анапа, Красноармейский район и Крымский район, ну и в том числе, конечно же, Славянский район. Я думаю, что это совещание очень продуктивно, и необходимы такие мероприятия для того, чтобы мы получали необходимую информацию для правильной и качественной организации работы с молодежью именно в плане оздоровления в летний оздоровительный период. Обсуждение имеющихся проблем и совместный поиск их решения поможет найти новые, более профессиональные подходы к организации будущих мероприятий, а это впрямую скажется на уровне их подготовки и качестве проведения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».